Ничто так не создает ощущение праздника, как аромат мандаринов. И накануне 31 декабря мы отправляемся подарить мандариновое настроение, пожалуй, самым добросердечным героям выпусков новостей на телеканале «Катунь-24» – благотворительному фонду «Облака». Еще 3 года назад группа фонда «Облака» состояла из нескольких человек, которых объединяло желание помочь, защитить и поддержать того, кто по воле случая попал в беду. За это время доблестная команда добровольцев пополнила свои ряды. Сегодня здесь уже 320 волонтеров и 6 специалистов. Это психологи, логопеды, социальные работники, юристы. Словом, все те, в ком остро нуждается человек, попавший в неприятность. К примеру, одинокая мама без жилья и с маленьким ребенком на руках, малоимущая семья или голодные бездомные. Миля, здравствуйте! Телеканал «Катунь-24» спешит поздравить вас с наступающим Новым годом и подарить вам и волонтерам фонда «Облака», как одним из самых главных героев уходящего года, вот такой вот витаминный подарок. Спасибо вам огромное! Мы с радостью принимаем ваш подарок и раздадим всем нашим подопечным маленьким детям. Горячее питание, поиск жилья для одиноких женщин и помощь с устройством ребенка в детский сад, включая плату за первые месяцы – это только малая часть того, что делают эти люди. Всего за 3 года существования, благодаря доброму сердцу и желанию помогать всем, кому это необходимо, волонтеры фонда «Облака» провели 720 благотворительных акций, отправили 24 тысячи килограммов продуктов и 17 тысяч коробок с обувью и вещами. На этом здесь не останавливаются. С каждым годом у команды фонда все более масштабные планы. Мы оказываем материальную ресурсную помощь, юридические и психологические бесплатные консультации и помогаем с трудоустройством семьи. Здесь семья словно обретает свою новую семью. Наша мечта – открыть приют, где мама сможет жить от 3 до 6 месяцев с детьми старше 3 лет. В этом приюте у нас будет работать детский сад, у нас будут образовательные курсы, компьютерный класс, курсы кройки и шитья, семинары по трудоустройству, психологические тренинги. 10 килограммов мандаринов от компании «Фруктовый мир» мы только что подарили волонтерам благотворительного фонда «Облака» накануне зимней предновогодней суеты. Им как раз необходим заряд витаминов, чтобы оставаться сильными и дарить добро людям. Акция «Мандариновое настроение» продолжается, и кому мы отправимся с подарками в гости в следующий раз, вы узнаете в выпусках новостей. Евгения Князева, Александр Морозов. Новости.